Всем привет! Сегодня Верность ТВ опять распосыливает посылки, и будем смотреть, что же нам прислали. Саня, какую первую? Эту? Какую? Давай в пакет эту. Так, это у нас распосылка из Москвы. Измайлова ДА. Ты-ды-ды-дым. Так. Я когда прохожу контрольно-пропускные пункты, меня всегда спрашивают, колющие, режущие имеются? Я нет, кроме ключей, говорю, ничего вообще, все. О, ключи показываю, все. И прохожу. А колющие, режущие всегда при мне. Вы когда-нибудь видели, на что способна пластиковая карта? Опа! Сейчас увидите. Делается это очень просто. И колющие, и режущие всегда с вами. То есть, делаем вот так. Ну, обычная пластиковая карта. Берем вот так. Чик. Поднимаем. Ну, вот такую штучку. Чик. Дальше. Вот так вот складываем. Чик. Оп. Осторожно. Штука очень острая. И вот так вот это все дело закрепляем. И получается вот такая вот вещь. Тын. Тыдын. И колющая, и режущая, и метательная. Ну, не хочу метать. Ладно, вскрываем. Вообще, вы сейчас можете обратить внимание на эту гору посылок, да? Ну, то есть... Как вы сказать, вы заметили, да, объем всего этого дела. Ну, ладно, Саня, давай, не терпится уже. Вскрываем. И так долго ждал, терпел все это дело. Сам знаешь. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. Хо-хо-хо. Так, что ж там такое? Ой, слушай. Ну, блин, там что-то вкусное. Там что-то такое... Так, стоп. Саня, погоди. Саня, включай интуицию. Что там? Там что-то вкусное. Слушай. Что-то очень вкусное. Так, ну, погнали. Ты-ды-ды-дын. Так. Я ничего не отгадал, Саня. Вкусно, это просто коробка видна из-под конфет, поэтому так вкусно пахнет. А это сказки о мертвой царевне и о семи богатырях. Это пойдет нашим малышам, это Соньке и Павлику читать сказки на ночь. Про девочку Веру и обезьянку Анфису. Хорошие книжки, добрые сказки. Вовка, добрая душа, Агния Барто, замечательная писательница в свое время была. О, Саня, я не ошибся, все-таки это они пахнут. Так, лягушка, путешественница и другие сказки живут. Ну, вообще, офигенная, между прочим, сказка про лягушку-путешественницу. Вот такие вот иллюстрированные сказки, это нашим племешам. Так, ложим. Далее. Вот это что? Открываем. Моя интуиция говорит, что это магнитик. Моя? Не знаю. О! Так, это сюда. А что это? Это магнитики, да? Это магнитики. Маленькие радости должны быть каждый день. Любовь не делает жизнь проще, но придает ей смысл. Вот этими магнитиками мы можем прилеплять дополнительную информацию, то есть общий лист и какая-то отдельная важная пометка для, например, нашего питомца дополнительная. Вот, пожалуйста, девочки придут, а у нас здесь вот так вот весело все. О как! И все. Так, это что такое? Ух ты! Крепкий чай черный.
Вот это вот спасибо, конечно. Честное слово. Я так понял, это посылка чисто вот для персонала. Так. Ну, сегодня будем проверять чаек. Так, чай ложим. Через пакет не слышно. Так, это. Это что? О, это семена. Вот это семена, которые, как его сказать, мы будем рассаживать вокруг нашего приюта. Это специально нам человек прислал семян, чтобы мы могли сделать более симпатичную территорию на нашем, ну, как его сказать, дворе. То есть она будет более интересная. И сейчас посмотрим, чем мы таким будем рассаживать. Здесь цветы. Ну, плохо без очков читаю. В общем, это цветы, которые мы будем рассаживать. Едем дальше. Ну, тут много думать не надо. Это как раз то, чем пахла эта посылка. Вот, это к чаю. Сегодня проверим и попробуем. Так, это что такое? Какой-то бортовой журнал. О, Саня, я же тебе говорил, надо заехать купить какой-то блокнот, журнал. Ну, на ловца и зверь бежит. Ну, попробуй, какой он приятный в руке вообще. Да? Классный? Это специально, чтобы он не падал с машины. Видишь, он как резиновый сопротивляется. Так, а вот это что такое? Так, вот это вот. Здесь все так интересно упечатано. То есть человек старался, упечатал. Вот красиво так все. Так, чтобы я что-нибудь не досмотрел. Так. О, это, я так понимаю, ручная вышивка. Это вышивка собачка. А что там написано? Мы сейчас посмотрим. Она новогодняя. Ну, я так понимаю, с Новым годом. Вот так надо смотреть. Прикольно, да? Так, как это так сделали под стеклом? Ну, типа под стеклом, а там вышивка черная. От семьи Измайловых, Сань, с бесконечной любовью к собакам и тем, кто бережет их жизнь. Спасибо огромное. Ну, мы никак не выберем время, чтобы развесить наши картины. Ну, на это целый день уйдет, потому что рамок уже собралось много, картин разных, и нам придется их развешивать. Спасибо. Я думаю, мы найдем применение этой картине, найдем ей место. Она будет висеть и радовать глаз. Очень такой новогодний щенок. Так, ну что, какую следующую? Эту, кроме вот этой. Ну, говори, какую. Почему, кроме того? Ну, потому что это я скажу в конце, почему. Какую? Вот эту или вот эту? Вот эту? Это посылка. Так. От Лаптадзе Тамары. Огромное спасибо. Я знаю, что это посылка из Москвы. Так, сейчас будем проверять, только с какой стороны ее открывать, я не знаю. Где тут открывающееся место? А, все. Сань, ну я что, первый раз, что ли, посылки открываю? Что ты мне все время это самое? Что, как будто я первый раз открываю, ну. Сейчас. Тыц-тыц-тыц. И вот так. Так, это сюда. В
Подожди, что это такое? Так. Это что-то такое. А что это? А, это теплый плед. Так. Ну, я думаю, он найдет свое применение однозначно. Это нужная вещь. И он очень теплый, слушай. Я думаю, мы найдем ему применение быстро. Штука хорошая. Так. Вот это что? Салфетки антибактериальные. Так, вот это корма. Мокрый корм. Так, это сейчас отдельно будем смотреть. Изолента, Саня, изолента. Ты знаешь, для чего изолента? Чтобы мы не тратили бинт. Спасибо. Ну, изолента, сами понимаете, вещь нужная. Так. И делаем вот так. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Теперь очень важный момент. Тамара Викторовна, спасибо. Ну вот, теперь у нас вещь в порядке. Амоксисан. Так, это препарат для лечения бактериальных, я понял. Так, нужная вещь. Больничка сюда. Так, это что? Опа. Аккуратно. О, ватные палочки. Я даже не буду распечатывать, почему. Чтобы они не открылись, потому что они вечно открываются. Я сейчас их назад закрою и буду знать, что в этом пакете ватные палочки. Ватные палочки нужны. Дальше что? Так, это что такое? Ты-ды-ды-дын. Это, походу, бинт. Так. Да, это бинты. Бинты. Штука нужная. Так, бинт. Бинт поп, и вытаскивать не буду. Здесь попоны послеоперационные. О. Бинты и послеоперационные попоны. Так, это сюда. Едем дальше. Вот это что? Так, это препараты. Финлепсин. Финлепсин – это для эпилепсии. Ну, не для, а против. Биндли. Будем изучаем. А, бинт липкий. Это сюда. Так. Какой кулечек? Левомиколь. Это нужная вещь. Крем обеззараживающий. Так, биоконкур, рыбий жир. Но вещь нужная. Слава богу, я вырос из того периода, когда меня им пичкали. Самый противный вообще на белом свете витамин – это рыбий жир. Так, а это что такое? Это что-то... Что-то очень такое тяжелое. Так, это у нас аккуратно. Это что? Что это такое? Так, это перекись водорода. Перекись водорода сюда. Так. Это что? Зоолайф. От чего? Ладно, это будем читать, для чего это. Будем прочитаем, потом узнаем, для чего этот препарат. Мы таким еще не пользовались просто, не знаем, что это такое.
Едем дальше. Так, бинт эластичный опять. Так, глистогонка, очень нужная вещь. Отлично. Отлично. Так, и перчатки. И перчатки. Так, и последнее, это сухой корм. Ой, не сухой корм, а мокрый корм. Так, ну, вот эта посылка из Израиль, ну, из Израиля, но на иврите мы не можем прочитать, кто ее прислал. Здесь есть еще одна бумага. И я боюсь, что я неправильно прочитаю имя. Прошу прощения. Как мы прочитали, это, ну, мы не знаем этого языка. Кириат. Кажется, так звучит это. Кайрат или Кирьят. Но мне кажется, что Кирьят. Я прошу прощения, если неправильно назвал имя, мы не можем прочитать. Будем вскрывать. Так. Колюще режущее. Так. Опс. Опс. Ты-ды-ды-дым. Так, что это? Так. А что это такое? Сань, ты можешь прочитать, что тут написано? Я не знаю, что это такое. Ничего не нарисовано. Это операционные поля. Я понял, что, да. Это обалденная штука. Операционные поля. А врач сам делает, вырезает ножницы. Специально. Я понял, для чего. Это вещь нужная. Вещь нужная. О, слушай, тут еще что-то такое. Погоди, сейчас. О, я знаю, что это такое. Это халат, чтобы в операции делать. Перчатки. А какой размер? Ладно, разберемся, откроем, видно будет. Перчатки вещь нужная, очень нужная. Потому что они постоянно расходуются. И это пинцеты. А это что такое? Это что-то железное. Да, это скальпель. Да, это аккуратно. Была посылка медицинская. Так, тут у нас пластыри. Слушай, я такой пластырь не видел вообще. Какой-то пластырь офигенный. Сильно прилипучивает, интересно. Хорошо липнет, слушай. Это на катетеры вещь нужная. Тут же вот написано. Ты понимаешь, что тут написано? Я нет. Ну что тут непонятного? Написано с наступающим. Это что? Катетеры. Катетеры такие же, как у нас. Это игла со шлангом. Ну, тоже такими пользуемся. Саня, я не знаю, что это такое. Я что-то тут такое, короче. А что это такое? Там целый кулек. Ты не знаешь, что это такое? Орехи. Давай-ка раскокошим. Держи. Сейчас я попробую разломать. Прикинь, да? Я таки первый раз вижу. Прикинь, а это грецкий орех. Ну, может, это не грецкий орех? Дай попробую сейчас. Погоди-ка, ну-ка. Грецкий. Ну, и вкусный. Да? Ой, спасибо. Очень вкусный. Ладно. Погоди, Сань. Да, я сейчас один добью, доживю быстро. Эх. Орехи никто не видел. Едем дальше. Это штука какая-то. Ну, тоже типа эластичная. А, не. Это вот так вот одевать. Ну, понял? Да, типа эластичного бинта, ну, такие повязки делать. Это опять к бинтам. Черкиров, ку-ку. А это что? Так, это
тоже халат. Халат. Специальный хирургический халат. Черкиров. На-ка, что тебе дам. Черкиров. Где там собачий был, который? Вообще-то это щенкам, но тебе ладно, любопытному. Черкиров, вкусно пахнет, вылазь. Все, ешь спокойно, не отвлекай нас. Вон, живет, смотри. Это опять посылка от Тамары Ламтадзе. И мы опять открываем. Ты-ды-ды-дым. Так, ух ты. Это матрешки. Это, я думаю, все пригодится. Так, Ариэль. Ариэль сразу переселяется в прачечную. О, если он сейчас не для машинки. Кстати, у нас сломалась машинка. Это для машинки или нет? Вот это наше чудо техники приказало долго жить. Машинка сломалась. И теперь сами будем чумазами ходить, потому что не всегда время есть вручную стирать и все остальное. Ну, кроме того, она вот так вот нужна, машинка. Вот. Потому что и попоны в ней стирают, и девчонки после каши постоянно робу свою стирают. И вот это что такое? Ну, это для чего? Ну? Еще похоже на огромную шлейку. Да, напишите в комментарии, для чего это. Ну, то, например, я не знаю, для чего это. Это салфетки вискозные. Это все надо, это бинты. Это все надо. Бинты сюда. Так, бинты, это что такое? О, резиночки, я думал, закончились. Хе. Ну, чай сегодня будет вообще. Так, это Акбар Голд. Акбар золотой. Так, чай. Так, будем пробовать. А это что такое? Это конфеты, да? Конфеты. Ну, чернослив в шоколаде. Ладно. Саня видел, ты уже не спрячешь. Или поделимся. Ладно. Стоп, подожди. Я чуть письмо не укокошил. Для животных верность Смоленск. Так, аккуратно. Нового года счастливого. Уважаемый Дмитрий Сергеевич, Кадима Сергеевич, да. От всей души желаю в 2020 году вам и всему вашему коллективу года интересного, яркого, красивого, нового, удачного, а главное счастливого. Спасибо. Москва, Тамара Петровна Ламтадзе. Приятного чаепития. Мы будем сегодня пить. Так, а это? На это я без очков сейчас не прочитаю, мелко сильно. Это вечером почитаю. Это мне, наверное. Ну, если вам потом скажу. Вот. Так, это сюда. В книжке. Изолента — дело нужное. Губка. Так, это на кухню. Ну и на кухню, и в операционку тоже пойдет. Эх, чуть-чуть грелка. Грелка, слушай, это какая-то интересная грелка.
Нет, я такую не видел. О, смотри. Грелка с подгрелышем. Видел? Ну, то есть, вот смотри. Грелки-то у нас есть. И эта вещь тоже нужная. А почему? Я сейчас объясню. Так сюда можно не только горячее налить, сюда и лед насыпать можно. И это будет охладилка уже. Логично, я говорю? Пригодится, это в больничку. Так, грелки сюда. Это когда свет отключат. О, Саня, молодец. А если свет отключили? А если свет отключили, мы достали резиновые грелки и по старинке ты-дын и включили. Вещь нужная. Пеленки. О. Вот игрушки. Сейчас смотрите, что будет. И все, игрушки ушли. А теперь колющие, режущие я складываю. Я складываю и ложу на место свой паспорт. Ложу паспорт и упираю. Почему? Потому что в этих посылках, что вот в этой посылке, и что вот в этой посылке, ты-ды-ды-дым, вы увидите только в следующем распосыливании. А почему? Потому что еще к этим трем посылкам не приехала еще одна посылка. И не будет полного комплекта. И это очень серьезная посылка. То есть еще специальный человек к этой посылке должен приехать. Вот, и когда приедет специальный человек к этой посылке, вот тогда вы узнаете, что это за посылки. Вот. А пока посмотрите, какой стол боеприпасов. Подкрепление пришло. И я хочу поблагодарить людей за каждую мелочь, за каждую таблеточку, которую людьми прислана. То есть огромное спасибо всем, кто помогает, участвует, всячески различными путями поддерживает наш приют. Почему? Потому что для нашей ветсанчасти это очень важно. Ну, и не могу, конечно, отдельно передать, что не только для больнички, тут и чаю, и конфеты, и орехи такой формы, которую мы еще в глаза ни разу не видели. А они оказались грецкими. Теперь будем на Новый год фокусы показывать. Все, я опять за трибуну. Еще раз огромное спасибо всем людям. Честное слово спасибо, потому что ваша помощь, она как бы всегда найдет своего нуждающегося. Кому-то лапку перевязать, кому-то укольчик поставить, кому-то маской помазать и так далее и тому подобное. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик. Всем пока. Всем пока, как говорит Пашка. Все, пока. Спасибо.